Я же вам говорил, что никогда нельзя играть с огнем. Говорил. Я же предупреждал, что нельзя брать спички и зажигалки. Предупреждал. И вы же знали, что играя с огнем, очень легко можно устроить пожар. Знали. Ну так как вообще это все случилось? Мы играли в удар из космоса. Чего? Капрал, луч смерти уже готов? Да, сэр! Значит, пришло время показать этим ксеноморфам, кто в космосе хозяин. Огонь! Ой. Ну, как-то так и получилось. Привет! Если тебе понравилась эта серия, скорее смотри другие. Просто нажми на одну из этих кнопок. Ну давай же, чего ты ждешь? Мы подождем тут, пока ты нажмешь.